Всем привет! Сегодня посмотрим на обновление игры «Последний день на Земле». И, короче, это зимнее обновление. Давайте чуть-чуть поиграем. Не знаю. Я сейчас собираюсь пробежаться обратно туда, куда я уже бегал. Это будет не очень интересно, наверное, бегать. Но надо. Это не хочется, конечно, энергию тратить. Он опять жрать хочет. Устал еще плюс. Да, но у нас... Так. Стоп, у нас два события. Это вот это, но это не событие, потому что оно бесконечное. А... Блин, скоро на нас зомбари нападут. У нас вот событие, это самолет опять тот же самый. И вот. Давайте вот сюда сходим, потому что на самолет попозже чуть-чуть сходим. Нам надо кровать будет сделать, чтобы на самолет сходить. А потом... Так, вот здесь что-то новое строится. Нефтяная вышка. Ну, дальше, я так понимаю, еще будут всякие идти. Бункер, вот. Только туда плыть придется, наверное. Я просто не знаю. Блин, ударился сейчас еще. Неудобно просто сидеть. Ногу переложил. Как бы сел нормально и... Ёбнулся. Так, сейчас здесь давайте в присядку, потому что... Если здесь зомбаряза есть, а это пиздос. Нам еще надо сейчас... Вот... Деревья пособирать, потому что... Без деревьев, без кустов, без ягод... Наверное, всрём. Хотя... Сука. Ну а нафиг. Кстати, он модный. Стал чё-то какой-то. Сразу заметили, а потом покажу, почему. Ну вот он такой модный, потому что... Нас... Давайте посмотрим. Вот все, мы поели. И... Ах ты ж тварь. Ёбаный ты в рот. Я вонять не хочу. Фух. Ну молодцом вообще. Окружили, не дают даже подарок открыть. Зомбарей тут дофигища просто. Набегает. Жесть. Так, мочите я беру. Это я беру. Ну, бутылку мы, наверное, выкинем. Не, ну сырое мы, наверное, не будем есть. Вот толстяк, блядь. Толстяк — это жесть. И вот толстяка есть. Для нас подарок. Ну ладно. Съедим две ягоды. Посмотрим, что тут еще есть. Потому что этот ящик только здесь один. Да, все. Так. А сейчас бежим до дома. Потом сразу же до самолета. Надо все выложить, построить. Наверное, поставить пока что. Ну, поняли, что поставить. Да, жалко, потом придется идти. Долго, очень долго идти. Написано «выйти», хотя надо написать «войти». Выйти. Выйти — это когда ты выходишь, а не... Странно, короче. Ну, как написано, так и написано, пофиг.
Так, тут у нас много камней. Потом пособираем. Да, она мне чуть-чуть поглючивает. Из-за этого я на графику чуть-чуть поставил ниже. Потому что тут, наверное, сервер. Либо он чуть-чуть переполнен. Либо нет. Ну, я, короче, не знаю. Но у меня почему-то подлагивает. Может, много людей сидит. Она же онлайн все-таки. Так, стоп. Вот это мы сюда. Траву берем. Так, да, у меня костра нету. Стоп, давайте сейчас сделаем еще один. Поставим, потому что понадобится нам еще один. Но это мы вот так выкладываем и посмотрим, что у нас здесь еще. Вместо этого берем, что это нам потом вообще понадобится позже. Так, железо есть. Еда это у нас. Вообще, думаю, давайте в рюкзак соберем. Так, сейчас посмотрим. Давайте в крафты зайдем. Хочу посмотреть. Ну да, на это нам еще пока что не хватает, чтобы верстать пол. А, ну это как бы верстать. И мне кажется, надо вот это изучить. Костер, чтобы готовить. У нас почти это все есть. Нам сейчас сгонять к самолету, набрать нужные нам вещи и вернуться. Так. Ну что, пошлите к самолету, наверное. Кстати, заново начал, потому что у меня там оттуда с того сервера вылетало, который мы уже играли, на котором. Который без обновления. Нет, все-таки. Да, мы там, наверное, останемся надолго. Или просто нам придется. Выйти. Так, вот все. Теперь давайте облутаем. Ух ты ж, много всякого. Вот это я беру. Это берем, это берем. Я не знаю, тут можно много чего взять. Шапку, я думаю, возьмем, потому что на всякий случай, мало ли бомжатская. Вот это сюда положим. Я не знаю, что тут еще есть. Если найдем какое-нибудь оружие, обязательно возьмем. Ну, смотрите, карточка есть. Стоп. Так, открываем еще один сундук. Еще один инструмент я нашел, но, как видите, я не нашел никакого оружия. Если бы тут энергия нормально восстанавливалась. Господи, волк, сдохни, надоел. Точнее, вы надоели. Золото я возьму. Давайте это не будем брать. Карточка нам понадобится.
Блин, ну дайте нам пистолет, а. Это еще потом можно взять, но нам надо рюкзак получше. Просто сейчас, наверное, придется уже уходить, если мы оружие не найдем. То есть пистолет, либо что-нибудь такое. Часы, я не знаю, зачем нам нужны. Я не буду часы брать. И, наверное... Нет, молоток я точно возьму, а... Поесть точно надо. Во! А это можно сыром есть. Чувак, блин, обугленный валяется, смотрите. Рядом. Так, ну я понимаю, это... Норма, это что вообще такое? А, это вялое мясо. Давайте шапку не будем брать, потому что у нас пока что военка есть. Наверное, все. Теперь нам придется просто тупо ждать, пока он дойдет до дома. Так вот наш дом, и чтобы бежать, нам надо... И мы будем идти. Чтобы идти, надо ждать. Ну что ж, я думаю, на этом закончим, потому что пока он дойдет, пока он чего-то сделает, пройдет очень много времени. Я думаю, нам надо на этом остановиться, потому что, как бы, вы понимаете сами. Просто ждать долго. Плюс еще энергия будет восстанавливаться, я не знаю, сколько дней. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.